Будет ли бросок? Наброс на ворота. Гол! Вы не поверите, это не наброс. Теперь на левом фланге, но можно сделать передачу на Бузунова, он с шайбой поднимает ее и дождался, сделал шикарную паузу в этом моменте. Бузунов дождался, пока голкипер Юрий Иванов окажется на льду, сложным движением того убрав, и отправил шайбу в ворота. Вот так вот 2-0 во втором периоде, делаю счет такие медведи. Это было здорово в их исполнении, атака была на загрязнение на самом деле. Все получилось просто. Бросок, ой-ой-ой, какой гол, просто великолепный гол, и не смог Арсений Кремнев вытащить эту шайбу. Какой бросок Федора Сунцова, номер 7. Мне показалось, все же Арсений Кремнев